На международный турнир Алексея Тищенко ожидается приезд титулованных спортсменов. Об этом на пресс-конференции журналистам рассказал сам двукратный олимпийский чемпион по боксу. 29 августа в областном доме журналиста о турнире также говорили министр спорта Омской области Александр Фабрициус и директор областного центра олимпийской подготовки по боксу Александр Бубенов. Идея проведения международного турнира в честь двукратного олимпийского чемпиона была озвучена 2 годами ранее. Однако официальные сроки проведения масштабного соревнования назначены на 13-15 сентября 2013 года. Подобный крупный боксерский турнир в Омске впервые. Так как турнир является международным, мы готовы и дали возможность федерации проводить турнир в СКК имени Блинова. Это большая арена, вы знаете, то есть будет одна сторона закрыта, поэтому 3500 болельщиков смогут прийти и посмотреть эти прекрасные уникальные бои по боксу. Команды из России, Казахстана, Германии, Азербайджана и других стран станут участниками дебютного турнира Алексея Тищенко. Всего около 80 боксеров спортивного звания не ниже кандидатов в мастера спорта вступят в борьбу за награды в 10 весовых категориях. Призовой фонд престижного форума – 1 миллион рублей. По поводу почетных гостей пока такой прям основной конкретики нет. Мы договорились, что с Николаем Валуевым я с ним созваниваюсь дополнительно в начале сентября. Вот, но уверенность в том, что он приедет, порядка 95% у меня. По поводу Федора Емельяненко маленько меньше уверенности. Мы в последний раз я с ним виделся на турнире, который в Сочи проходил, самбо-70, 17 августа. Вот, еще раз переговорил с ним, он сказал, что да, я помню, постараюсь приехать, но как бы конкретно ничего обещать не стал. Если, говорит, сказал, что если все решится, то в последний момент. Итак, первый международный турнир на призы двукратного олимпийского чемпиона Алексея Тищенко пройдет в Омске с 13 по 15 сентября в СКК имени Блинова.